Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в игру The Forest. В прошлой серии мы напомним, что исследовали пещеру подводную, вот, и я тут кое-что в задании... Где тут у нас список дел? Вот, исследуйте пещеру повешенных. Это, кстати, другая пещера, это пещера, в которой мы появляемся после того, как нас в плен захватят. Вот, ну или когда погибаем или не погибаем, короче, нас схватывают эти туземцы. Вот, я, конечно, бы хотел ее исследовать, но я что-то там... В общем, поставил ролики, то там, короче, ужас. Она, во-первых, очень большая. И там много монстров сидит. Короче, я пока... Ну, в общем, не знаю. Скорее всего, это будем делать в следующей серии. А сейчас... Что за пугало? Маленькая пугало. А что она делает, кстати, пугало это? Башка, нога. Хрен знает, кого она пугает. Так, хочется жрать. Ой, пить. Так. Ты что, вмазали? Блин, забор, когда его закончишь уже делать? Кстати, за кадром, друзья, еще я чуть-чуть. Блин, тут вообще семян у них никаких нету. В общем... Что-то тут как-то... Я не помню, это темнеет или такой рассвет? Короче... Построил небольшой плотик. Вон... А, это яхта. Сейчас. Надеюсь, он никуда не плыл. Не знаю, в этой же игре, в принципе, реализованная там... там рыбалка, чему и такое. Вот, мостик и, собственно, сам плот. Так. Уже забыл, как это плыть. Так. Сейчас развернемся. Куда мы сплаваем? Так, в общем, да, друзья, почему-то была ночь. Странно, я вроде спать ложился, а ночь была. Так. Попробуем сейчас куда-нибудь отплыть. Посмотрим, какие тут есть достопримечательности. Так, ну тут маленький островок я плавал, там, в принципе, ничего хорошего нету. И, кстати, еще забыл, блин, я нечаянно швырнул копье, и теперь у меня нет копья. Блин, жалко, конечно. Но ничего страшного. Так, похаваем. Может быть, с топором можно походиться на рыбу? Так. Блин, кто там? Как мне на плот забраться-то, ё-моё? Я не понял, кто меня сейчас только что атаковал? Конечно, друзья, в общем, не хочу я пока никуда нырять. Ну, нафиг. Вообще, как-то жутко стало. Давайте, наверное, поплывем обратно. В общем-то, давайте, друзья, искать бензопилу. Потому что, блин, надо уже рубить деревья, короче, ну, нафиг, достраивать забор. Мне эти монстры, блин, не дают покоя. Так, кстати, там они прибегали ночью. Я их там подзажарил немножко. Сейчас посмотрим, что там с костями у нас. Опачки, а куда они делись? Тут, блин, друзья, два трупа охранять. Я так рассчитывал сейчас. У нас тут мало костей. Блин, ну хотя бы так, ладно. Так, блин, нужно нам сделать копье, ё-моё. Ладно. О, смотри, ноги есть. Так, урон. Ну, топор все-таки возьмем с собой. Вот, и пойдемте тогда искать бензопилу. Так, и находится эта пещера где-то вот за этой воронкой, там он левее. Блин, надо срочно сейчас какую-нибудь речку найти, потому что... Пока я бежал, тут уже опять на меня напали. Мне просто вообще не дают покоя. Может быть, тут можно скупаться. Ну-ка. Ну, нормально. Так, что-то у нас карта. Да, надо левее держаться, короче. Так, решил пока сделать, как называется, мешок для камней. Угу. Так.
Теперь мы можем носить больше камней. И уже там еще мешочек для палок. Где тут у нас? Ну, шкура зайца нужна, походу. У нас мало этой ткани осталось. Ладно. В принципе, друзья, мы почти уже на... пришли. Следуйте пещеру с уступом. Да ты забодала, блин. Блин, не дадут нормально, блин, поиграть. Иди сюда. Блин, я, конечно, лучше там... Сейчас. Там их двое. Трое. Блин. Офигеть, он какой-то вообще замаскирован весь. Стой, 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 да я хочу оружие поменять. Оп. Блин, да нифига. Черт, а? Так, давайте быстро поменяю. Так, ну чё, подходи по одному. На. Ну и контрольно. Так, можно, кстати, тут костёрчик заодно развести. Блин, я опять крови. Так, о, нифига себе, там с деревьев прыгают они. Ну чё, подходи. Ладно, пока она будет подходить. Так, так, тихо, тихо. Нифига ты какой бронированный, чувак. Тебе это не поможет. Зубы посыпались. Да ну нафиг, вы чё, совсем что ли? Я тут старался, два дня шел до этой гребаной тупой пещеры. Вот уроды. Там сейчас понесут ту пещеру, которую я... которая очень здоровая. Друзья, пока что я шел, я нашел еще, точнее убил зайца. Давайте сейчас тогда сделаем шкуру оленя. Зайчий мех, вот. Его. Три веревки. И две веревки. Так, и что у нас получается? Так, отлично. Вот мы сделали теперь. Мы теперь можем больше палок носить. Так, у нас есть заяц. Можем туда подойти, туда подбежать к норе и перекусить. Опять бегает. Так, ну чё, где мы там? Ну, почти близко уже подошли. Ну, как близко? Ну, нормально. Блин, кстати, можно собирать теперь камни, палки. Плюс больше вмещается все. Так, мы пришли. Где-то здесь должен быть... А, ну вот он, собственно, и есть. Блин, нам же запас палок, чтобы сделать. Блин, нафиг надо. Вот за эту пещеру, кстати, совсем ничего не знаю я. Ну, заодно сейчас следую, посмотрим. Нифига себе на глубокое. Охренеть. Сразу черепушки валяются. Так, сразу бы, конечно, нам желательно сохраниться. Но, блин, нам не хватит, наверное, палок. Так. А, нет. Отлично. Чего еще не хватает? Блин, палок не хватает. Ё-моё. Тут хрен мы что получим. Блин, 14. Я же могу 20 палок носить. Ладно, просто теперь обратно возвращаться. Все, сохранились. Сейчас мы похаваем. Попьем. И пойдем. Покорять. Кстати, почему мы мучимся? У нас же фонарик есть. Так, скорость. Возьмем топорчик лучше.
Да, хилит. Пещера вообще глубокая. Охренеть, она еще идет спуск на спуск. Кстати, пока там еще за палками ходил, еще, кстати, еще одну пещеру обнаружил. Пещера с водопадом называется. Или водопади. Так. Нам уже под воду. Хорошо. Не вопрос. Что это такое? На генератор какой-то похоже. Ёбаные детишки, как их ненавижу. Сейчас их поджарю. Ну чё, где? Отлично, вот я как всегда, блин, ё-моё. Ловите. О, можно динамит, кстати, кинуть. Ладно. В принципе, мы сохранились. Да, слезай, слезай, ты куда-то полез. Кстати, можно кинуть пожать что-нибудь, ладно. Где-то есть. Так. Вот это что за байда? А, это свет, нифига себе. Хм, прикольно. Так, ну и чё, а где еще один? Ну, кстати, можно поспать, я нафига тогда я сохранялся. Ну ладно. Давайте еще раз сохранимся. Можно даже поспать. Чё, и все? Каниса с топливом. Так. Ну вот, начинается. Чё, мы вылезли? Опачки. Нифига себе, мы... Ну не в центре воронки, ну почти. Охренеть. Давайте посмотрим, что здесь тогда. Копья. Че не копья? Его знает, ладно. Палки, а это просто палки. О, я знаю, мне кажется, место. А, за деревом там какая-то херня, надо будет ее. Я понял. Но это мы сделаем попозже, когда пойдем домой. Добей ты. Так, сигнальный огонь у меня есть. Тут ни хрена нету. Чё, вся пещера, блин, тут же бензопила должна быть. Ну ладно, походу, подложение. Блин, опять этот... Вода. Блин, так вот идешь, идешь. Ничего себе не подозревает. Херак. Резко как он сейчас вылезет. Туземец. Так, опять мы вниз. Ну, полезли.
Он уже бежит. Ну давай. Тихо, тихо. Блин, короче, топор это дрочь. Блин, ну нафиг. Блин, еще эти паразиты мелкие тут ползают. Сдохните, твари. Все, поддох нафиг. Или нет? Поддох. Так, а давайте, друзья, ради прикола, мне кажется, тут спуститься можно. Сохранение, в принципе, у нас есть. Ну, тут, кажется, тут выступ небольшой. Фига себе, эхо. Или, мне кажется, мы сдохнем. Вон, там уже бродит кто-то. Блин, нет, тут как-то высоко. Стой, 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 стой. Пиздец. Поддох. Да, друзья, это вообще трудно. А что можно... Да, стрелы подавайте мне, кстати. Так, нужно теперь скупаться мне. На деньжат. Так. И как мне тут быть? Не вижу. Ладно, давайте. Офигеть. И что делать? Тут, наверное, друзья, нужна какая-то беда, которая лазит. Ну, можно лазить по стенам. Так. Блин. Неужели на этом все? Все-таки с края есть выступ. Я сейчас... или забрался, ну блин, это конечно часы, но там мне нужно. Так, ну-ка сейчас посмотрим, не сможем ли мы здесь. Не, нифига, тут ничего нету. Довылись, только не перепрыгнул. Аккуратно, аккуратно. Блин, тут 300 ходов. Чё я нифига фонарик не светит? Чё, батарейка, что ли, садится? Так, минус батарейки. 16%. Блин, только не это. Грёбаный... Уже лука нету, кстати. Так, 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 подождите, подождите. Некогда мы сейчас с вами. Так, короче, я тихо убежал, там нашел альпинист какой-то там топор. Сейчас посмотрим. У меня, конечно... Блин, как ты спрыгнул сюда? О, там купайся, правильно. Так, отлично. Только что, он утонул, правда, что ли? Прикольно. Короче, мы нашли вот что. Альпинистский запор, точно. Так, ну что? Вон он валяется, дохло. Открыл это новое животное. Не понял. Животное какое-то, ладно. Что мы тут еще находим? Давайте одеваем наш куланг. Посмотрим, что у нас есть. Ничего нету. Смотри, он бегает. Разведем костер. Он сдох.
просто бедный уж трусится. Блин, друзья, не знаю, где тут может находиться бензопила. Ну, я знаю, что вроде в этой пещере. Блин, опять какой-то кассета. Блин, космопис, открываем, что-то там такое. Блин, скажите, где бензопила? Что, все? И все? Сколько там можно бегать, прыгать? Так. Ага, вон туда еще есть проход. Итак, друзья, в общем, короче, здесь никакого... Никакой бензопилы, в общем, нету. Я сейчас посмотрел ролики. Короче, раньше, в старых версиях игры, здесь была бензопила. Вот. Находится бензопила теперь в другой пещере. Вот. Теперь давайте-ка как-нибудь уже отсюда выберемся. Блин, можно было бы так взять костерчик с собой в карман. Блин, что ж делать без палок, а? Тут нельзя ничего собрать, блин, к сожалению, нифига. А вот же палочка. Да, ладно, просто нам, короче, мерзнуть идти. Уже одеть нечего. Шкура оленя, комплект одежды. Давайте ее, может. Так, может, по-быстренько сплавом им замерзнем. Ну, давай, опа. Давай, 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 быстрее, быстрее. Так. Отлично, слава богу. Так, подождите, нам, по идее, надо... Ладно, сейчас залезу, ни хера не видно. Интересно, большая эта пещера, вообще нет? Ну, глубокая, это просто ужас. Так, короче, нам надо вот туда вот. Нет, не туда, мы оттуда пошли, вот сюда нам надо. Блин, опять эти мелкие твари ползают. Пошли в жопу. Не до вас сейчас, у меня так защиты нету. Так, фонарик возьмем. Так, тут я еще не был. Опять лезть. Так, а что, собственно, по здоровью там состояние, что? Список дел. Ну, походу, следа здоровья, что-то вообще у нас галимое. Самочувствие больно. Так, что у нас есть? Мясо можем схавать. Да схавать! Или оно почти сырое? А, все. Выпьем, съедим еще. Так, давайте копье еще сделаем. Веревка. Три кости, блин, у меня вообще ничего нет, короче, я тут, блин, друзья, убегать с этой пещеры. Неподготовленный какой-то я. Так, что там у нас здоровье, ну, блин, более-менее лучше. Что пишет? Самочувствие больно. Ладно. О, свет. Мы сейчас даже, друзья, по идее, должны выйти. Так, отлично. Зажги ты, блин. Вы это слышали? Сука. Да какого ж хера? Отлично. Взял сам себя еще под... Блин, я... Где он есть? Блин, можно потушить?
Зря я все петарды израсходовал. Так, неужели его подбил? Походу, да, вот он весь валяется, разорванный. Ну, слава богу. Какие-то звуки страшные слышу. Походу, друзья, я тут еще не один. Так, энергетики. У меня палки вообще. Причем. Да ну нафиг. Вот блин. Так, надо убегать. Тихо. Так я что, не выпил лекарство, не пойму? Так, ладно, сейчас тогда, если успеем, конечно, коктейль молотого кинем. Где его, подонки? Давайте, власти. Ага. Блин, вот. Ё-моё. Ну чё ты? Блин! Тут я криворукий, это просто жопа, а? Блин, короче, тут очень дохренище, я лучше... решил сбежать, я там, не знаю, штук 6 насчитал. Просто жесть. Блин! Вот черти, прям за мной идут. Коруп. Так. Отлично, бензопила! Вот теперь надо уходить. Мне пофиг. Как я нашел бензопилу? Тут же вроде ее нету. Офигеть. Все. Блин, надеюсь, это выход. Блин, вообще ништяк. И бензопила, и пенискин топор. Блин, пожалуйста, только не здесь. У меня даже ни одной палки нет, чтобы приготовить там домик какой-нибудь или костерчик развести. Пожалуйста, выбеленького не было. Хватит. Походу, все-таки это уже выход. Хилить. Блин, ну я не знаю. Короче, я если пойду сейчас в воду, я замерзну. У меня нет палок, чтобы приготовить костер. Посмотрим, что у нас здесь. Ага, теперь я понял, где можно лазить. И? Все. Блин, друзья, надо текать отсюда, короче, тут больше ничего нет. Мне самое главное, нашел, блин, бензопилу. Теперь главное не сдохнуть. Она, в принципе, она у меня будет в этом... Блин. Инвентаре уже. Офигеть, тут трупачины. Так, блин, там тоже какой-то путь еще был. Да, друзья, вот выход. Дождик идет. Так, посмотрим, что там список дел какой. Так. То есть, получается, эту пещеру нифига еще не исследовал. Так, да, надо добыть палок, да построить какое-нибудь убежище или костер, не знаю. Но... Так, что-то слышал. Так, а ну-ка, бензопила. Ну ладно, не надо, поэкономим топливо. В общем, друзья, думаю, на этом, наверное, закончу я. Что серия 5 слишком длинная выходит у меня. Наверное, за кадром... Так, что мы тут нашли? За кадром, наверное, все-таки тут
исследую пещеру, ну, возьму палок, чтобы там не подохнуть от мороза или от холода. Вот, и тогда в следующей серии уже надо будет строить все-таки забор и какие-нибудь ловушки. На этом, друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем видео. Всем пока!